Люди всю свою историю пытаются найти оптимальный способ убийства друг друга. С тех самых пор, когда первый человек заточил палку и с угрозой направил ее в область паха другого мужчины, кто-то подумал, а что будет, если конец этой палки окунуть в экскременты буйвола? В современном мире, чтобы доказать что-то, экскременты уже использовать не обязательно, так как у нас есть оружие, которое может буквально превратить человека в розовое пятно. Сегодня мы расскажем о самом устрашающем оружии, которым обладает человечество. Поехали! Lockheed AS-130. Этот огромный самолет из игр серии Call of Duty вряд ли будет какой-то новой технологией для большинства людей, которые смотрят это видео благодаря освещению самолета в одной из самых популярных игр в мире. Однако удивительным для людей будет огромная огневая мощь этой штуки, в сочетании с тем, как мало может сделать любой человек против нее. Если вы играли в COD, вы уже знаете, что тяжело вооруженный самолет AS-130 может поливать смертью землю, находясь на высоте в 1,5 километра, буквально попадая во врагов через окна и даже в том случае, когда рядом с врагом на небольшом расстоянии находится союзник. Вооружение модификаций AS-130U составляют 25-миллиметровая пятиствольная пушка Гатлинга, боезапас 3000 снарядов, 1800 выстрелов в минуту, 40-миллиметровая пушка, 256 снарядов, 100 выстрелов в минуту, 105-миллиметровая гаубица, 98 снарядов, 6-10 выстрелов в минуту. Помимо этой огневой мощи, AS-130 также оборудован так называемыми ангельскими контрмерами, комбинацией отражателей и отстреливаемых ложных тепловых целей. Они известны как ангельские благодаря тому, что при выпуске средств противодействия в небе образуется огромный ангел. Патроны дыхания дракона. Одно лишь название «Дыхание дракона» подсказывает, что лучше не оказываться на пути чего-то подобного. Но, как и в случае со всем остальным оружием, на самом деле реальность еще хуже названия. «Дыхание дракона» — это патроны для дробовика, которые вместо дроби наполнены осколками магнезия, которые при соприкосновении с воздухом моментально воспламеняются. Это значит, что где-то в мире есть человек, посмотревший на дробовик оружие, способное превратить лицо человека в кусок мяса, и решивший, что было бы неплохо, если бы он стрелял еще и огнем. «Дыхание дракона», естественно, полностью нелегальный и фактически никогда не применялись в бою. По этим причинам неизвестно, что бы они сделали с человеческим телом. АА-12. АА-12 — это дробовик, но не обычный, это полностью автоматическое ружье. Для тех, кто не понял, это оружие делает 300 выстрелов в минуту. Представьте себе, что в кого-то могут выстрелить из АА-12, и это будет равнозначно попаданию из 6 дробовиков, и все это произойдет в пределах 1 секунды. Это наилучшее описание АА-12, которое мы смогли придумать. А теперь доведем все просто до абсурда. Как и в случае с другими дробовиками, АА-12 может применяться с различными видами амуниции, начиная с картечи и заканчивая гранатой. Если вы прослушали сумасшествие последнего предложения, то повторим, АА-12 является дробовиком, способным стрелять гранатами, 300 гранатами за минуту. Стоит ли рассказывать, что может такое оружие сделать с телом человека? Или все уже видели в своей жизни лужицы и пудинги? Барретт М82. Барретт М82, или как ее еще называют, Барретт 50-го калибра, это крупнокалиберная снайперская винтовка, стреляющая пулями со скоростью полета почти в 3 раза превышающую скорость звука. Конечно же, снайперские винтовки не являются чем-то новым, но одна только дальность Барретт заслужила для нее пункт в этом списке. Это оружие способно снести чью-то голову с расстояния больше километра, даже если он стоит за бетонной стеной. Ни одно из этих утверждений не является преувеличением. Для начала, Барретт обладает максимальной дистанцией в 1800 метров, а во-вторых, размер и скорость полета пули дает ей достаточно кинетической энергии для того, чтобы разнести человека на кусочки. Представьте себе, как вы с кем-то разговариваете, а в следующую секунду его голова буквально взрывается, и только несколькими секундами позже вы услышите звук выстрела. Представьте себе страх, который вы бы испытали, зная, что ваш враг способен взрывать головы людей с дистанции, превышающей километр, причем через стены. Фосфорные гранаты. Фосфорные боеприпасы, а именно гранаты из белого фосфора, являются боеприпасами, которые, не поверите, выпускают облако белого фосфора, который для организма очень и очень вреден. Насколько вреден? Одна частичка горящего фосфора может легко не только прожечь кожу человека, но и будет продолжать прожигать до тех пор, пока не доберется до кости, но и там она не перестанет гореть до тех пор, пока человек не вырвет свой хребет, чтобы покончить с болью. Граната обладает эффективной дальностью в 35 метров. Обычный человек может бросить гранату на 30 метров, а значит, эта граната по задумке может расплавить кости человека, который ее бросает.
Ставь лайк, если тебе понравилось это видео, и не забудь подписаться на канал. Моя мастерская, твое настроение.